За 3 месяца самоизоляции севастопольцы истосковались по культуре, а музыканты – по слушателям. Их на первое после долгой разлуки свидания оркестр Росгвардии пригласил в античный театр Херсонеса Таврического. И коленями землю толкаем от себя! Валентин Таев вспоминает, как точно так же несколько месяцев готовился к своему премьерному концерту в Севастополе. В 2014 году молодому выпускнику Института военных дирижеров доверили сформировать в городе русских моряков первый сухопутный оркестр. Ему пришлось конкурировать с 4 флотскими. Молодой оркестр. Нас неохотно приглашали на какие-то мероприятия, ну потому что Севастополь – это город русских моряков. Как ни крути, все лучше морякам. Поэтому основную ставку музыканты сделали на репертуар. Военные оркестры, помимо традиционных гимнов и маршей, экспериментируют с другими жанрами. За такт к 9-му такту играем собрано, мощно. Общение вокалистов с музыкантами военного оркестра происходит на уровне невербального языка. Известную песню Аллы Пугачевой исполняют в своем стиле. Бывают и сюрпризы, конечно же, не туда вступил. Как вы знаете, ошибки, они ведь всегда привлекают, наоборот. Когда все гладко, зритель может даже отключиться. Ошибки недопустимы в исполнении вечных тем. Классические произведения всегда как экзамен. Подряд Севастополь собирал военных музыкантов из других регионов на Всероссийском фестивале военных оркестров. Этим летом он не состоялся, но слушатели по-прежнему ждут музыкальных встреч. По реакции слушателей можно понять, какие песни люди хорошо знают. Военные, эстрадные, народные. Какие композиции когда-то слышали и даже помнят. Такую, как «Токката и фуга» ре минора Иоганна Себастьяна Баха. Ну, а вот как севастопольская публика оценит очень сложное, при этом очень популярное музыкальное произведение, написанное в 6 различных музыкальных жанрах, сочетающее в себе элементы оперы, баллады, хард-рока. В общем, репертуар на грани неформата для оркестра Росгвардии «Богемская рапсодия». Аплодисменты – это тот показатель, по которому мы видим, что у нас все хорошо получается. Счастье, что наконец-то выступаешь, как на самом первом концерте, который был в далеком 2013 году, когда впервые я встал за дирижерский пульт. Следующее выступление музыканты Росгвардии запланировали на конец июля. В День памяти Владимира Высоцкого они сыграют знаменитые песни в новых аранжировках, таких же мощных и чувственных, каким был тембр знаменитого поэта. Ростислав Колмогоров, Михаил Шур, Мелина Лисинец, Вести, Севастополь.